Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 8 мая. Вот так, предпраздничный день. Все плавает, грядки плавают. Иду в тепличку показать вам свои огурчики кураж, которые я сеяла под пленочку в теплице. Вот, видите? Но очень свежо, дышится хорошо. Но не дает погода работать. Вот никак не рассажу свой сельдерей. Пора уже рассаживать. Ночью обещают заморозок. Дождик нужен. Это неплохо. Но если было тепло, видите, какой шикарный щавель у меня. Буду сегодня щи варить. Хоть никто не любит. Так, пойдем посмотрим, как поживает наш там огурчик кураж. Теплички тепло, хорошо, шумит дождик. Так, посмотрим, сколько у нас тепла. Так, делала я неудобно. 10 градусов, нет, 15. Смотрю неправильно. Вот наш, мой любимый кураж. Посмотрите, как зашел прекрасно. Очень свежие, хорошие семена. Это скороспелый, поэтому он так и взошел прекрасно. 45-50 дней от сходов до плодоношения. Конечно, буду я его рассаживать, оставлять буду лишь только по два кустика. Вот здесь кустик и вон там. А это все аккуратненько пересаживать в другие места. Вот на улице было бы тепло, я пересадила бы. А здесь очень густо. Может быть, и по три оставлю. Вот раз, два, три. Вот по три будет нормально. Потому что я огурцы веду в один ствол. По три можно оставлять. В один ствол. Я не люблю густые заросли. Кураж мой любимый. Не требует опыления. Одновременный налив 30 плодов. Ого. Но у меня он не выкармливает 4-6. У меня в узле от 2 до 3 это он выкармливает. Остальные сбрасывает. Масса 120-130. Длина зеленца 12-15. Это на первом месте мой любимый кураж. Так что сажайте этот сорт. Еще вот поеду. После 13-го еще пару пачечек я куплю. У меня пачечка есть, еще куплю. Буду выращивать разными методами. И буду шалашиками делать. У меня же теперь есть колеса, шины. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Рассада чувствует себя пока хорошо. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока!